Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас кормораздатчик тракторный КТ-10. Он абсолютно новый, абсолютно без наработки, друзья. В идеальнейшем состоянии. 2020 года выпуска. Производство город Егорьевск, Московская область. Продается за ненадобностью. Сначала купили, а потом подумали, что он по факту и не нужен. Вот, сейчас продается. Данный кормораздатчик без документов, друзья. Но все это исправимо. В целом можно достать документы. Да и в хозяйстве по факту документы не нужны. Вот он в идеальнейшем состоянии, друзья. Никаких недостатков на нем нету. Все работает, все крутится, все вертится. Лента вот новое, все. Можно наблюдать все. Прицепное устройство дышло. То есть электрика тоже вся присутствует. Тормоза воздушные. Все это, друзья, работает. Вот как выглядит все это внутри. Краска вся заводская. Идеальнейшее состояние, друзья. Если нужен такой помощник вам в хозяйстве, то есть обращайтесь. Обязательно. Посмотрите его, понравится, я думаю, такой вариант. Звоните, пишите нам, будем ждать ваших звонков.